Временные неудобства для ивановских автомобилистов летом ради тепла зимой. Специалисты Ивановского Т-плюс приступили к работам по реконструкции магистральных теплосетей. В связи с заменой трубопровода с 24 мая по 11 июня будет закрыто движение автотранспорта на перекрестке улиц Крутицкой и Арсения, а также по Подгорному переулку. На этот же период перекроют улицу Калинина от Большой Комсомольской до Дунаева. С 28 мая по 2 июля нельзя будет проехать по улице Народной от Запольного переулка до улицы Суворова. На время реконструкции водителям придется воспользоваться объездными путями.